Так, ну вот, значит, что мы тут заказали в греческом ресторане. Всего-навсего каких-то 22 ойра. Так, что у нас тут имеется? Ну, вот это называется рыбка. Голова остается. Креветки. Это вот у нас осьминог. Ну и вот у нас тут, конечно же, еще имеется. Так, руками, конечно, по-другому никак. Тут такое вот жареное филе. Что за рыба, я не помню. Если кому интересно, напишу в комментариях. Рыба горячая, на языке, как говорится, тает. Вкус спис фиски. Что, вот это такое, сейчас попробуем. Ну, это что-то типа, как это называется? Ну, приправа какая-то. Не знаю, что такое. Так, здесь вот еще летает оса. Хочет мой обед съесть. А вот это вот у нас жареные овощи. Как бы мне тут осу еще прогнать. Это вот у нас брокколи. Красный перец. Нормально. Чуть-чуть подогретый. Это вот, наверное, как называется, капуста цветная или цветочная. Это что? Не помню, не знаю. Ну и, конечно же, морковочка. Причем это все так слегка поджарено. Главное, что это не пережарено. То есть главное, что буквально там слегка только как бы подогретая. А тут у нас вот такой шикарнейший салат. Как бы мне этот салат тут так вот поставить. Вот так вот пускай будет. Огромный помидор. Это у нас оливка. Оливка маринованная с косточкой. Так, вот такую гадость я не ем. Это слишком острая. Огромный кусок огурца. Это сколько же людей можно одним огурцом накормить? Это человек 20, наверное, если не 30. Жуется долго. Так, это у нас морковка. Угу. Ну, все остальное там голимая трава. Там только трава, больше там ничего нету. Ну и, конечно, самое главное тоже
огромный кусок хлеба. Всего-навсего 22 евро. Ну ладно. Конец.